Итак, друзья, силовая тренировка трицепсов. Она у меня идет почти сразу после тренировки спины. Эта неделя у меня силовая, можно сказать, объемно-силовая. Упражнений и подходов довольно много. Веса для себя я беру тоже довольно-таки большие. Данная тренировка крайне редкая для меня. В подобном режиме я тренирую руки вообще очень и очень редко. Люблю тренировать руки с меньшими весами на большее количество повторений. Но мне захотелось поработать в другом режиме, в малоповторном. Сегодняшний вариант тренировки крайне примитивен. Будет всего 2 упражнения по 5 подходов. Объем большой, но упражнения изолированные, не базовые. Хотя, казалось бы, да, логично в силовом варианте использовать базу. Это жим штанги узким хватом и отжимания на брусьях. Упражнения безумно качественные, вопросов нет, но для тренировки трицепсов я их лично не люблю. Я плохо чувствую трицепсы в этих базовых упражнениях. Это уже такой момент индивидуальный. Я люблю изоляцию для трицепсов. Короче, ребят, я уже размялся. Начинаю первое движение из 5 подходов. Это разгибание сидя, разгибание для трицепсов из-за головы. 5 подходов. В каждом подходе я буду повышать рабочий вес. Начинаю с 21 килограмма. Поехали. Работаем аккуратненько, не в отказ. Легко, но так оно и должно быть. Первый подход легкий, локоточки постепенно разминаются. Добавляю еще 5 килограмм, и так вот 5 подходов буду добавлять. В количестве повторений буду работать примерно 6 или 8. Итак, второй подход, добавили вес, это 26 килограмм. Также на 8 повторений. Техника. Главное, широкая амплитуда, растянуть мышцу и сократить ее. Это для меня приоритет. А к технике я уже добавляю рабочие веса. Если, скажем так, добавил вес, а техника уже страдает, то есть, значит, вес лишний. Итак, третий подход. Вес 31 килограмм. Уже ощущается вес. Буду добавлять дальше. Думаю, к пятому подходу я уже дойду до отказа. Итак, четвертый подход. 36 килограмм. Гантелька уже стала такой неудобной. Но работаем дальше. Еще вес, еще 5 килограмм добавлю, того будет 41 килограмм. В данном упражнении этот вес я еще не пробовал, короче, попробуем. Итак, ребят, пятый подход, вес 41 килограмм. Этот вес в этом упражнении я еще никогда не брал, мне самому интересно. Ну, локти уже разогреты, по ощущениям вроде бы все хорошо. О,
все. Готовлю штангу. Сейчас будет тоже изоляция, но уже лежа. Французский жим штанги лежа за голову. Тоже силовая манера исполнения. Тоже буду по принципу пирамиды действовать, от меньшего веса к большему. Сейчас отдыхаю минут 5, потому что просто это необходимо. Нельзя отдохнуть пару минут и качественно продолжать тренировку на эту же мышечную группу. Надо минут 5 отдохнуть и погнали, в общем. Итак, французский жим штанги лежа. Первый подход, вес 35 кг, повторений 8. Не в отказ. Начинаю с этого веса. Я всегда аккуратненько повышаю веса, дабы не получить травму. Повышаем вес до 40 кг. Отдыхаю буквально 2 минуты. И второй подход. Был четвертый подход. Вес я уже добавлять не буду, это 50 кг, мне вполне хватит. Трицепсы мне уже в хлам. Отдыхаю я минуты 3 и уже 5, заключительный пятый подход уже будет в конкретный убийственный отказ. И что я хочу сказать, в таком варианте руки я тренирую очень редко. Я не помню, когда последний раз я это делал, именно в полноценном тренировочном процессе, чтобы я вводил подобный стиль тренировок. Не знаю, уже больше года так точно я не поднимал подобные веса для трицепсов или бицепсов. Но когда делаешь это редко и аккуратно, то я думаю, это идет только в пользу. Никаких травм не было, все было выверено. Я предварительно хорошо размял свои локти, плечи, веса подбирал аккуратненько, начиная от более легких.
без отказа, и уже доходя уже до своих предельных весов, уже, разумеется, с отказом, тут уже никак. Старался работать технично, насколько это возможно, потому что, ну, в этом смысл все-таки. Все-таки я не просто поднимаю веса из точки А в точку Б, а мне нужно попасть именно в целевую мышечную группу. Два упражнения, это два моих любимых упражнения. Они оба, в принципе, идентично, как бы одинаково воздействуют на трицепсы. Ну, плюс-минус, да, нагрузка, где-то там углы, конечно же, разные. Но я одинаково люблю эти два упражнения. Считаю их очень максимально эффективными именно для трицепсов. Все, конечно же, индивидуально. Что подходит одному, может не подойти другому. Кто-то любит тренировать трицепсы чисто в базовой манере. Всякие там жимы, штанги узким хватом, отжимания на брусьях. Я не люблю, мне не подходит. Я пробовал, примерялся, разные веса пробовал, подбирал. С техникой как-то варьировал там всякие углы. Мне не подходит. Я не чувствую трицепсы в базовых движениях. Не то, чтобы не чувствую вообще, ощущения есть. Но параллельно с этим я чувствую дельты, чувствую грудные мышцы. В общем, то, что мне тренировать в данный день не нужно, например. Сегодня у меня тренировка трицепсов. И я хочу почувствовать их. Сегодня была очень лютая силовая нагрузка на эти маленькие мышечные группы. Завтра я не тренируюсь, отдыхаю. Питаюсь, но не обжираюсь. Да? Просто вот полноценный отдых. Друзья, на этом все. Надеюсь, видео было для кого-то из вас полезным. С вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья.